В этом уроке мы создадим вам с вами компанию для автосерии писем. Для чего нам это нужно? Нам нужна форма, сама форма рассылки, для того, чтобы человек подписался и взамен получил ценную информацию и автосерию писем. Здесь в компании можете создавать бесчетное количество, безлимитное количество писем и бесконечное количество подписчиков. И все это за одну цену, заметьте. Для этого мы заходим в сам аккаунт, где как мы зарегистрировались, компании IOP, и проходим вот автореспондер. Здесь кликаем Edit. Компания, то есть мы создаем компанию. И создаем, здесь вот создаем новую компанию, да? Допустим, 138, да? Здесь указываем имя. Допустим, я укажу свое имя. Вы можете даже указать компанию, если у вас компания. И здесь, соответственно, адрес, откуда будут приходить. Или, допустим, у вас адрес вашей компании, да, админ с названием вашей компании или же ваша личная почта. Я тоже укажу. Кликаем Submit. Затем, чтобы активировать компанию, мы кликаем сюда Go. Если нам нужно удалить компанию, мы кликаем Delete. Кликаем, чтобы нам активировать компанию для автосерии писем, соответственно, создавать нам автосерию писем, мы кликаем на Go. И вот здесь, в самом верху, где Active Campaign, здесь должно название вашей компании, то есть ID компании, которую вы здесь указали. В следующем письме мы рассмотрим, как же зарядить автосерию писем.